Цапушки, друзьяки, добро пожаловать на видеоролик, в котором на сегодня очередной турнир сражений между двумя слишком огромными ютуберами. Не то, что я, конечно. Но сегодня у нас батл месту между Мистером Бистом и Владой А4. Так как Влад А4 часто воровал у него контент, Мистеру Бисту это уже надоело. Но... Напиши сейчас в комментариях, за кого голосуешь ты, за чью победу, кто победит, на твое мнение в этом раунде, или во втором, или в третьем, самом основном. Интересно же, правда? Ну а также готов чаёху, кофеёху, печеньку, и давайте перед началом раунда спросим у наших зрителей, кто за кого голосует. Ну что ж, пожалуй, пора начинать, да, пора, пожалуй, начинать, да. Папито, ты и сиду Марокро, банану, кормите торопере. О, кинь камеру. Банан отозито. Ха, это довольно странный, конечно, выбор, но скорее всего я буду голосовать за Мистера Биста. У него давно уже как-то, ну, как сказать, ладно, проехали. Можно переснять, пожалуйста? Мистер Лама, вы можете сказать по поводу своего мнения, короче, насчет этого поединка? Кто победит, по вашему мнению? Ну что ж, друзья, пора начать этот несовершенный поединок между Мистером Бистом и Владой А4. Давно уже тоже пора разрядить эту обстановочку между ними. Кто же все-таки сильнее, да? На Ютубе-то понятно, но... А кто сильнее в батле в Майнкрафте? Ну что, жители все готовы, все готовы. Также хочу отметить, что сегодня у нас в гостях... Винка и Сэм. Это как бы типа жюри, который будет следить за нашими бойцами. Да, вот, кстати, посмотрите, какие у нас бойцы. Арена уже готова. Мы сегодня бьемся в складу. Ой, складу, говорю, в ангаре. В ангаре Влада 4. И сегодня будет проходить поединок здесь. Собрались местные жители-хулиганы и просто жители. И также собралась первая армия Влада 4 и Мистера Биста. И сегодня мы посмотрим, кто же победит. Все-таки я ставлю. Моя личная ставка будет на Мистера Биста, потому что я обожаю его контент, и он мне даже нравится в плане видео, ну вот реально круто снимает, ну и конкурсы у него прикольные, и этот, ну я думаю, жюри со мной согласны, правда же, ну, поэтому я, пожалуй, пора уже, не будем оттягивать, не будем делать каких-то переходов, я думаю, пора уже посмотреть на первый раунд. Первый раунд у нас с 10 на 10. Точнее, не с 10, господи. 10 на 10. 10 Владова 4 и 10 Мистеров Бистов. Поэтому раунд начнется, как только жюри наши посчитают нужным. Я уже хочу реально посмотреть на этот раунд. Просто интересно. Воу, пошел отчет. Сейчас начнется первый раунд. Кто же победит? Влада 4 или Мистер Бист? Ну что ж, сейчас начнется раунд и что? Что? Ну? И воу, началась драка. И смотрите, сразу же начинается толпой. Влада 4 начинает забивать Биста. Также Бист зашел сзади. Господи. Так, подожди. Мистер Бист, давай. А, есть, отлично, так хорошо. И кто же победит? 4 на 4. Да, 4 на 4. Так хорошо, высекли. 3 на 3. А, нет, уже 4 на 3. И кто же? Неужели Мистер Бист? Серьезно, неужели я отобью свои... Оу, это было быстро, резко и круто, серьезно. Победил у нас Мистер Бист, друзья. Мистер Бист в первом раунде реально круто себя показал, так как изначально, как я помню первую картину, первые секунды, компот вспоминает меня, да. Влада 4, короче, забил жестко Мистера Биста вот здесь. Прям трех NPC, по-моему, сразу он завалил. Я думал, все, Мистер Бист сразу проиграет. Ну что ж, друзья, пожалуй, не будем оттягивать. Все зрители, я думаю, вы тоже хотите посмотреть бой 30 на 30. 30 А4 и 30 Мистер Биста, и поэтому давайте приступим сразу к второму раунду. Ну что ж, друзья, наступает второй раунд, которым будет 30 на 30, да. Армия жителей... Ой, господи, жители меня тоже вспоминают. Кто меня еще сегодня не вспоминал? Армия Влада 4 и армия Мистера Биста. Кто же победит во втором раунде? Не забывайте по нашим правилам. В третьем раунде будет сражаться сам Мистер Бист и сам Влада 4. И он будет, как в основном... получается решающим. Поэтому сейчас вам предлагаю посмотреть второй раунд, который объявит нашей жюри начало его. Давай. И давайте, я уже не могу, я не терплю, давайте посмотрим. Да, сейчас будет месиво серьезное. Господи, посмотрите, сколько вода. What the fuck, господи, посмотрите, реально. Воу. Вы заметили, что Влада 4, он в основном не реагирует. Он боится Мистера Биста, Мистер Бист реально берет вверх. Он просто из-за того, что Влада 4 почему-то стоит на месте и бьет только тогда, когда его. Воу, вот это, короче, я этого не ожидал. Слушайте, реально.
Мистер и Бисты, по-моему, даже не пострадали. Кажется, тут, по-моему, равно... Ну, вообще, прям, я даже не знаю, что сказать. У меня отнимает язык, правда. Как такое возможно? Мистер и Бисты практически не пострадали вообще. Такой быстрый второй раунд, серьезно? Господи, это реально, это самый быстрый раунд. Жители, я вам деньги не верну. Я вам деньги не верну за то, что вы пришли посмотреть. Так, ладно, так хорошо, не расстраиваемся. Это был быстрый раунд, но это показало, что мистер Бист 3 раза сильнее Влада 4, правильно? Во всех смыслах. Поэтому сейчас будет действительно долгий, интересный и завораживающий раунд, в котором будет драться сам мистер Бист и сам Влад А4. Ну а мы поехали. Боже, какой быстрый раунд. Это самый быстрый раунд, который был. Как такое вообще возможно, я не понимаю. Ну что ж, друзья, настало время третьего долгожданного раунда. Сейчас будет действительно жестко. Наши гури подготовили листки и ручки. Все готовы судить этот страшный бой. Сейчас сам Влад А4 и сам Мистер Бист наконец-то столкнутся лоб в лоб и решат, кто же все-таки не прав за все это время. Ну, мы знаем того, кто не прав, но они должны между собой решить. Ну что ж, друзья, прямо перед моей харей сейчас находятся эти два Алан Делона Ютуба. Да, только, конечно, один англоязычного, а другой русскоязычного. Или вообще стран СНГ. Ну что ж, друзья, пожалуй. Все готовы, все сделали чай и готовы наблюдать на этот бой. Будет эффектно и круто, я вам обещаю. Ну что ж, друзья, вот представляю вам, вот Мистер Бист и собственной персоны Влада 4. Ну что ж, друзья, я, пожалуй, жюри, пожалуй, пора начинать как бы наш раунд. Я думаю, да, хорошо, пошел отсчет и сейчас начнется драка, друзья. Сейчас будет жесть, сейчас будет месиво, кто кого. Мистер Бист сразу же пошел и начал его гасить. Так, хорошо. И Влада 4 просто не бьет его. О, вот удар пошел. Ни хрена себе, наконец-то. Так, подожди. Кажется, они как-то странно бьются. Подожди. Стой. А почему? Почему в начале Влада 4 ни хрена не сделал? Ну, это же Влада 4, да? Все понятно. Давай, мистер Бист, ты бородатый мужчина, должен победить этого смазливого мальчика. Давай, ну. Я лично стою на мистера Биста, и он уже 2 раунда выиграл. Смотрите, вон Влада 4 чуть не кинул через прогиб. А, подожди, это только что было с мистером Бистом. Жители в шоке. А, жители... Арена здесь, сюда, смотрите. Жители в шоке, потому что они не... Ну... Короче, это прям, ну, жесть, правда. Так, хорошо, ну что ж. Я поставлю на мистера Биста. Я наконец-то отобью свои алмазы и изумруды, которые я проиграл. Так, ну давай, блин. У него, конечно, у Влада 4 в руках имеется бумага, но это все понятно, да? А у мистера Биста золото, это тоже почему-то, ну, все понятно, почему у него золото, но у них все идентично, все характеристики идентичны. Они подружились? Я имею смелость подойти и посмотреть, что произошло. Кажется, они влюбились или что? Что происходит? Друзья, у нас как бы раунд. Вы можете попасть на дисквалификацию вообще с боя, если вы будете так стоять. Алло! А, вот, все, извиняюсь, извините. Так, только что произошла какая-то нелепая ситуация. Они о чем-то разговаривали и о чем-то договаривались. Если сейчас выиграть Влада 4, то я предполагаю, то... Смотрите, они опять... Что с вами не так? Господи, я не понимаю. Вот видно, что здесь участвует Влада 4, да? Я не понимаю, давайте... Ага, мне кажется, я, кажется, понял. Влада 4 загоняет в угол постоянно мистера Биста, и мистер Бист просто не может с него выбраться. И получается такой какой-то момент непонятный. Но... О, ура, господи, наконец-то! Да, я лично так и хотел. Оу, Сэм прям вообще радуется этой победе. Кстати, из жюри, кто из вас за кого голосовал? Вот мое личное, ну, я вот лично для себя спрашиваю, кто за кого голосовал? Я лично изначально сказал, что я за мистера Биста. Все были за мистера Биста. Мистер Бист, ты молодец, ты победил в этом раунде. Слушай, тебе завтра привезут бриллиантовую кнопку YouTube за то, что ты победил в этом раунде. Ну что ж, мы, друзья, давайте подведем итоги. Было 3 раунда. Во всех 3 раундах победил мистер Бист. Верно? Верно. И во втором раунде мистер Бист оторвался прям невероятно жестко. Он Влада 4 просто заглушил наглухо, как говорится. Также какие-то пытались... Я понял, Влада 4 просто пытался договориться с мистером Бистом, чтобы он выиграл. Да, поэтому не завтыкивали на время. Но мистер Бист не подался, не сдал свою аудиторию и не подвел нас. И все-таки дал... надрал жопу Владу А4, короче. Все понятно. Ну и что ж, друзья... Вот такой быстрый, непонятный и интересный у нас сегодня получился турнир, на котором участвовал мистер Бист и Влада 4.
и победил сегодня у нас на турнире Мистер Бист. Честно, заслуженно, прям прекрасно, слушайте. Также не забудьте поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. И также скажите спасибо, давайте скажем спасибо нашим жюри, а именно Сэму и Винке. И спасибо нашим зрителям, жителям за то, что они пришли посмотреть и обрадовали меня немножечко деньгами, ну то есть... изумрудами, ну я думаю, вы понял. Ну а ты посмотри прошлые битвы, если не видел. До следующего матча!